Свою речь, продлившуюся 58 минут, Владимир Путин завершил словами «Вместе мы обязательно добьемся успеха». Конечно, каждый в послании президента России услышал важное для себя. Для меня основной мыслью сердцевиной послания Владимира Путина стали зачитанные им слова великого русского ученого, химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который сказал: «Раздрозненных нас сразу уничтожают. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа». Эти слова сегодня очень актуальны. Россия готова к партнерству, но адекватно отвечает на предательство. Это послание, вот по-моему, это призыв к консолидации всех здоровых сил общества, к работе, планомерной работе по развитию страны, ее экономики, в новых условиях непримиримой борьбы с терроризмом, внешнего давления. Меня, конечно, интересовали вопросы здравоохранения. И действительно, мы услышали, что с 1 января 2016 года наше здравоохранение полностью будет в системе медицинского страхования, что, наконец-то, реструктуризация системы здравоохранения должна проводиться очень внимательно, и что нельзя населенные пункты оставлять без единственного фельдшерского пункта. И я думаю, что вот то поручение, которое было им дано, что к 1 марта должны быть определены конкретные мероприятия по здравоохранению, то есть какие учреждения здравоохранения должны быть на той или иной территории. Это поможет и регионам создавать достаточно эффективную систему здравоохранения.